Уважаемые земляки, уже известны итоги голосования по поправкам в Конституцию. Более 70% пришедших на голосование жителей страны поддержали Конституцию, поддержали поправки. Как в стране в целом, так и у нас в республике. Хочу поблагодарить всех тех, кому не все равно. Кто не остался в стороне, а пришел и проголосовал. В итоге, все вместе, мы закрепили в Конституции основы социального государства. Укрепили суверенитет страны. Заложили основу для развития по всем направлениям. Сегодня нам нужно объединиться. Мы высказали свою позицию. Голос каждого важен. Но дальше нам идти вместе. И вместе развивать нашу Родину и нашу Республику. Уважаемые земляки, спасибо.